потому что она, увы, оказалась нежизнеспособной. К примеру. Но это еще, ну это самое желательное. Наум Александрович. Пора. Ну, вот раз мы договорились, что сегодня пойдет речь об одном из жанров городского фольклора – анекдоте, значит, мы и посвятим эту встречу анекдоту. Но прежде два слова вообще об анекдоте. И почему мы говорим об анекдоте в связи с Петербургом? Дело в том, что благодаря нашему ничтожно малому, преступно малому возрасту по сравнению с городами подобного статуса, вот благодаря этому мы знаем, с чего начался фольклор. Более того, мы знаем первую легенду, первую частушку, первый анекдот. Вот самый первый анекдот петербургский, мы благодаря тому, что вот прошло всего 12 поколений, а сейчас, если учесть, что мы сегодня, каждое, мы живем с четырьмя поколениями, сталкиваемся с четырьмя поколениями, то 12 поколений – это очень мало. Вот Петербург 300 лет, переведите. Так вот, первый анекдот связан с наводнениями. Кстати, я извиняюсь, исполняется одного из крупнейших наводнений вот на днях. И завтра ко мне приезжает домой телевидение, чтобы я рассказал о наводнениях. Так почему я об этом вспомнил? Дело в том, что вот с наводнениями связан первый анекдот петербургский. Анекдот очень простой. Петр спросил своего шута Балакирева: «Скажи, шут, что думает обо мне и о моем городе?» «А что, государь, — отвечает Балакирев, — думает о тебе и о твоем городе? Спереди море, с одной стороны море, с другой стороны горе, с третьей стороны мох, а с четвертой ох». Петр схватил Ивашку Балакирева за шиворот, отволотил его своей дубинкой, а анекдот остался. Вот первый анекдот. Затем история петербургского анекдота связана, вообще говоря, с Пушкиным, потому что Пушкин этот жанр очень жаловал, и вот в прошлый раз мы уже говорили, что большинство пушкинских произведений, связанных с Петербургом, основаны на анекдоте, потому что я могу только повторить, что сюжет, вообще говоря, в литературе, в творчестве считается одним из болезненных вопросов любого писателя. Сюжеты дарили друг другу, сюжеты воровали друг у друга, сюжеты искали. Достоевский искал в криминальной хронике петербургских газет, Пушкин в салонах вслушивался в анекдоты. Анекдоты дарили два сюжета Пушкин подарил Гоголю, и можно приводить бесконечные этому примеру. Пушкин записывал анекдоты. Вот со времен Пушкина появилось понятие, то есть оно существовало раньше, но применительно к Петербургу появилось понятие «исторический анекдот». Вот об этом я говорю не зря, потому что когда речь заходит о петербургском городском фольклоре и об одном из его жанров анекдоте, то речь идет об историческом анекдоте. Не в том смысле, что он связан с конкретной историей, а в том смысле, что если эти все анекдоты петербургские развернуть на 312 лет, сколько нам сейчас, 314 уже лет, 314 лет, то практически нет периода более чем 25 лет, который бы не был бы заполнен анекдотом. Вот одна из моих книг так и называется — «История Петербурга в городском анекдоте». Вот. Ну, исторические анекдоты. Я позволю себе не придерживаться хронологии исторической, а просто буду рассказывать анекдоты, и там, где это
потребуется, может быть, комментировать в связи с чем. Но, повторюсь, что любой анекдот, несмотря на его вот лапидарную такую строгую форму, а она достигается тем, что анекдот проходит через сотни, тысячи уст, и при передаче из уст в уста достигает совершенства, такого античного совершенства достигает. Вот несмотря на такую короткую, очень лапидарную форму, каждый анекдот можно развернуть при желании в рассказ, при желании в роман. Вот каждый анекдот можно рассказывать до бесконечности. Ну, я уже приводил пример, но поскольку мы говорим об анекдоте, я могу повторяться, я просто извиняюсь просто перед теми, кто уже это слышал. Вот в декабре 1934 года был убит Киров в Ленинграде. На следующий день Сталин собирает политбюро. Значит, утром, рано утром, все сонные, сидят, слушают. Сталин невнятно пробормотал, вчера в Ленинграде убили Кирова. На первом ряду сидит полусонный Булганин, Будённый, значит, вздрагивает, кого убили, Иосиф Виссарионович. Кирова также невнятно произносит Сталин. Кого, Иосиф Виссарионович, не понял Будённый, кого. Кого надо, того и убили. Вот анекдот, имеющий прямое отношение. Значит, ну вот я уже рассказывал в прошлый раз об анекдоте. Да, надо сказать, что когда приходится располагать анекдоты в хронологическом порядке, то надо пренебречь фактом их возникновения. То есть анекдот может возникнуть гораздо позже, в связи с переосмыслением тех или иных событий прошлого. Так происходит, вот, когда исторические, так, политические или социальные повороты переживает государство. Вот, в постсоветское пространство начали переосмысливать события 70-летней давности. Особенно вот, переосмысливать роль и значение персонажей петербургской истории, и значение тех или иных событий. И вот тогда появляются любопытные анекдоты, которые можно отнести, несмотря на их позднее происхождение, можно легко отнести условно, предупредив об этом читателей и слушателей, можно отнести их хронологически ко времени, о котором они рассказывают. Вот, скажем, всем хорошо известно, что памятники, особенно памятники городской скульптуры, в силу того, что они находятся очень близко к людям, значит, они играют идеологическую роль. То есть они, это средство и способ пропаганды, агитации. То есть они несут идеологическую, строго идеологическую нагрузку. Вот. Но когда государство переживает какие-то периоды, слом, значит, вот, политического мышления, идеологического, значит, тогда возникает такой анекдот. Например, старушка спрашивает у прохожего, останавливает молодого человека и спрашивает: скажите, как найти площадь Ленина? Молодой человек останавливается, чешет в затылке, оглядывается по сторонам, а потом произносит: а, бабушка, это очень легко, надо высоту Ленина умножить на его ширину. Вот так анекдот помогает переосмыслить. Или, значит, в Эрмитаже идет экскурсия, и один молодой человек, значит, вдруг садится в кресло. Экскурсовод, женщина, вздрагивает, говорит: молодой человек, что вы, это же кресло Екатерины II. Ну, хорошо, когда она войдет, я встану. Вот. Или из финляндского вокзала выходит приезжий, останавливает местного жителя,
Скажите, пожалуйста, где здесь госстрах? Петербуржец останавливается, госстрах не знаю, а госужас напротив. Значит, напротив, через него, это здание большого дома. В одну из, вот уже, я хорошо помню, во время знаменитой хрущевской оттепели появился анекдот. Ленгорисполком постановил переименовать линии Васильевского острова в честь государственных и партийных деятелей советских. Первую линию, значит, имени Ленина, вторая линия. Ленинская, Свердловская, Сталинская, Хрущевская и так далее. А косую линию назвать генеральной. Вот. А лето в вашем Петербурге бывает? В прошлом году было, но я в тот день работал. После отставки Валентины Ивановны Матвиенко акция «Послать Валентинку» в Петербурге перенесли с 14 февраля на 21 августа. 21 августа Валентина Ивановна перестала быть нашим губернатором. Ну, если уж мы заговорили о Валентине Ивановне Матвиенко, появился вариант такого, этого же анекдота, появился, значит, анекдот, как, значит, как, помните, борьбу Валентины Ивановны Матвиенко с сосульками. Так вот, леденцы детские на палочке, карамельки на палочке, с тех пор называют Валькины сосули. Ну и хорошо известно противостояние, диалог между Петербургом и Москвой. Он начался рано, продолжается уже более 300 лет и, видимо, никогда не кончится. Вот один из анекдотов на эту тему. В трамвай входит дама. Молодой человек уступает ей место. «Вы ленинградец?» – спрашивает дама. «Да, но как вы узнали?» «Москвич бы не уступил». «А вы москвичка?» «Да, но как вы узнали?» «А вы не сказали спасибо». Вот. Когда Сталина поместили в мавзолей, Ленин проговорил: «Никогда не думал, что ЦК мне подложит такое звенье». Ну, продолжим. Так. Ну, вот анекдоты Николая. Советское правительство наградило Николая II орденом революции за создание в стране революционной ситуации. И другой анекдот. Почему Николая II не наградили орденом Трудового Красного Знамени? Не смог заготовить продовольство на какие-то 70 лет. Памятники, вот городская скульптура, давно уже в Петербурге стала объектами городского фольклора. Вот памятники Кутузову и Барклаю де Толли. Ну, во-первых, значит, есть такой анекдот армянского радио. Помните, целый цикл анекдотов был армянского радио. Почему в Петербурге поставили памятник Кутузову? Потому что он Москву сдал. Это из той же серии диалога между Москвой и Петербургом. А чаще всего в анекдотах обыгрываются композиционные особенности памятников. Так вот, куда указывает Кутузов, потому что Кутузов, композиция памятника такова, что его рука
значит, протянута, а Барклай де Толли рука прижата, значит, вот непонятно к груди или к животу. Так вот, куда указывает памятник рукой Кутузов? На аптеку на противоположной стороне Невского проспекта, потому что у Барклая де Толли болит живот. Есть по этому поводу стихи такие, тоже фольклорные. Стихи, надо сказать, что если мы будем встречаться, мы можем посвятить одну из встреч стихотворному, вот, совокупному народному творчеству, потому что образцов очень много и замечательные образцы, и тоже посвящены многим памятникам, и памятнику Ленину Финляндского вокзала, это что за большевик к нам залез на броневик, там, и так далее, и так далее. Тот, кто первый заканчивается эти стихи, тот, кто первый даст ответ, тот получит 10 лет. Вот. Значит, а по поводу Кутузова и Барклая де Толли, Барклай де Толли говорит: у меня живот болит. А Кутузов отвечает: вот аптека, полегчает. И стихи. Ну, известно, есть, к сожалению, есть анекдоты, которые опошлены вот очень частым их употреблением. Они известны, но в контексте нашего разговора, поскольку речь идет об истории Петербурга, без них просто не обойтись. Вот один из анекдотов, вы слышали, Чайковский-то оказывается гомосексуалист, да, но мы любим его не только за это. Ну вот, в первую брачную ночь Чернышевский позвонил Достоевскому: «Федя, что делать?» После этого Достоевский написал роман «Идиот». Такое время. Ну, целый цикл анекдотов, конечно, связанных с поручиком Ржевским. Они появились после фильма, значит, вот «Обед», по-моему, «Обед», нет. Нет, «Гусарская баллада». «Гусарская баллада». «Гусарская баллада», значит, появился образ поручика Ржевского. И вот так же, как фольклор использует образ Чапаева, скажем, целая серия анекдотов о Чапаеве, Чукчу, так собирательный образ такого наивного простачка, целая серия анекдотов, например, вот петербургский анекдот: стоит Чукча у Казанского собора, прислонившись плечом к колонне. Его спрашивают: Чукча, что ты делаешь? Да вот, Казанский собор толкаю. Ну и далеко толкнул, да, Чукча оглядывается: да вот чемодана уже не видно. Такой вот. Анекдоты. Так вот, о Ржевском целая серия анекдотов. Многие анекдоты вульгарны, но даже вот вульгарных анекдотов можно проследить петербургскую такую же сдержанность и, главное, содержательность. Главное, содержать. Вот что отличает петербургский анекдот? Он не агрессивен, он содержателен. Вот есть вот анекдот о Чукче, есть анекдоты. Значит, вот я могу привести пример. Значит, анекдот: бегает армянин вокруг медного всадника. Бегает и бегает и бегает безостановочно. Вот, значит, его спрашивают: слушай, что ты делаешь? Да вот я все время любуюсь нашим полководцем. Как нашим полководцем? Это же наш царь Петр I. Какой ваш царь? Ты посмотри, что написано: Газван Засиян. Это армянский. Так вот, значит, такие же анекдоты содержательные, связанные с поручиком же, чтобы иметь представление, что это за анекдоты, вот один из них, имеющий прямое отношение к нашему Петербургу. Поручик Ржевский гуляет с девушкой в летнем саду. Поручик, а вы бы хотели стать лебедем?
голым задом и в мокрую воду, нет уж, увольте. Вот такой, значит, простой солдафон в летнем саду. Ну, и из серии таких же вот анекдотов, которые на грани. Но еще раз и без конца повторяю одно и то же. Эту грань петербургский анекдот никогда не переступает. Он переступает. Но это имеет отношение к анекдотам, которые публикуются вот на страницах желтых газеток, на последней полосе. Вот там переступает. Но там я должен сказать, что не анекдот. Там авторы этих анекдотов и редакторы этих газет путают анекдот, который является образцом литературного жанра. И он ничем не отличается по своему, по своей форме, он ничем не отличается от высокой художественной литературы. Я уже не раз говорил, что несмотря, что вот фольклор называют низовой культурой, в отличие от низкой, низовая, хотя и ассоциируется это с низкой. Но это низовая культура. Это та же культура, что и высокая художественная литература. И анекдот имеет те же самые особенности жанровые. Такая же завязка, такая же кульминация, там развязка, сюжет. И главное содержательность. Вот еще один анекдот из такой же, вот, что называется, на грани. Чем отличаются жители Васильевского острова от жителей петербургской стороны, петроградской стороны? Петроградцы ходят только по большому, а Василеостровцы еще и по среднему. Кресты, знаменитые кресты, которые, значит, построил архитектор Антония Томишко. Я это говорю, чтобы вы поняли вот его фамилия Томишко. Так вот, значит, ну, существует легенда о том, что в этих крестах будто бы запланировали 1000 отдельных камер, а на самом деле при сдаче объекта государю оказалось этих камер только 999. Так вот, согласно легенде, значит, в последней камере был замурован архитектор с тем, чтобы секрет стройки, секрет вот этих крестов не был разглашен, чтобы никто его не мог разглашать. Так с тех пор дух Томишко томится вот в этих стенах этих крестов. И вот когда однажды меня спросили в каком-то издании журнальном мое мнение, они опрашивали не только мое мнение, они спрашивали, что могло бы быть в стенах этого, значит, опустошаемого, как правильно я сказал, опустошаемого вот этих крестов. Сейчас кресты переводят, сидельцев переводят в Колпино, что бы могло быть, и перечисляется гостиница, бизнес-центр, там музей, прогулочное пространство, развлекательный центр и так далее. Я вот ответил, я вам могу сказать, что я ответил, что может быть все там, но очень важно сохранить вот этот дух, вот Томишко, чтобы этот дух остался. Вот неудача в Новой Голландии, вот все вы были на этом прогулочном пространстве. Вот мне нравится это круглое здание тюрьмы, бутылка, которая в народе называется бутылкой. Нравится, что они его сохранили. Но там утрачен дух. Дух утрачен. Так вот, это вот сохранить дух тюрьмы, как это сделать, трудно сказать. Я не архитектор, я не... Значит, не знаю, как это сделать, но, видимо, можно сохранить этот дух. Вот очень важно этот дух сохранить. А, ну вот, смотрите, какой блестящий анекдот. Значит, кроме той легенды, которую я рассказал, есть еще анекдот на ту же
на ту же тему. Томишко по окончании строительства был вызван к царю. Он вошел и неудачно, я извиняюсь, как называется, ляпнул. Я для вас, государь, тюрьму построил. Не для меня, а для себя, промолвил император и прекратил аудиенцию. Вот, а дальше легенда, о которой я рассказал, будто бы замуровали, еще и завета вот его в тюрем. Значит, у памятника Пржевальскому. Он вообще очень уникальный, этот памятник. С ним связана легенда, и современная легенда существует. Он же будто бы, значит, Пржевальский, есть же легенда о том, что Пржевальский отец Сталина. Значит, отец Сталина. И действительно, если всмотреться в образ, который вот перед Адмиралтейством, то черты Сталина просматриваются. Правда, там, значит, любопытно, вот когда мы говорили о памятниках и почему они попадают в фольклор, почему они становятся любимцами фольклора, мы вот говорим, значит, то же самое можно сказать о памятнике Пржевальскому. Рядом вот с этим импозантным в погонах генерале, вот Пржевальском, у подножья лежит верблюд. Причем очень малых таких форм, он контрастирует с образом вот этого импозантного мужчины с усами. Так вот, существует анекдот, значит, как экскурсанты спрашивают, а почему, значит, да, экскурсовод рассказывает о том, что есть легенда о том, что Пржевальский сын, что отец Сталина, и кто-то из группы туристов спрашивает, а почему верблюд? Зачем здесь верблюд? Значит, а это образ долготерпения русского народа. Вот. А с верблюдом связана еще одна история. Это уже не легенда, а факт, что, значит, городские власти предупреждали императора о том, что образ корабля пустыни рядом с образами морскими, значит, морскими символами Петербурга не соответствует. Вот пренебрегли этим предупреждением коллег Пржевальского, ученых из географического общества, и за это получили, значит, вот массу легенд. Одна из современных легенд. Вот рассказывают, что в свое время, несколько лет назад, ну сейчас уже прошло время, нельзя сказать, что это происходило сейчас, но где-то еще в 80-х годах некий, значит, отставной полковник, проходя на работу в главный штаб, проходил мимо Пржевальского, переходил на строевой штаб, шаг, отдавал честь и поворачивал голову. Значит, Сталин это единственное. И говорят, что очень долго еще коммунисты после падения, значит, вот после того, как советская власть рухнула, коммунисты еще долго возлагали цветы к памятнику Пржевальскому, как бы отмечая тем самым. Значит. Ну, раз уж заговорили о памятниках, вот памятник Ленину у Смольного. Вот помните, вот у нас знаменитая борьба с ветряными мельницами, с алкоголизмом и с пьянством. Вот по этому поводу существует анекдот, куда указывает рука Ленина на памятнике у Смольного. И соответствующий ответ: на 11 часов время открытия винно-водочных отделов в магазинах. И действительно, если наложить вот профиль этого памятника на мысленно на циферблат часов, то Ленина как раз ляжет на цифру 11. Ленинградская фабрика «Скороход» выпустила партию сапог на платформе КПСС. Такой один из анекдотов. Ну, известный анекдот о том, как заспорили русский американец, проезжая на машине мимо Исаакиевского
собора, чья резина лучше, значит, русский говорит, ну наша, конечно, резина красного треугольника лучше не бывает. Я могу привести пример. Однажды экскурсант упал с прогулочного помоста Исаакиевского собора. Сам в дребезги, а галоши остались целы. Американец возразил, нет, что ты, наша резина лучше. У нас один чудак выбросился со 113 этажа небоскреба, зацепился подтяжками на 93 этаже и остался цел. И более того, подтяжки вернули его обратно на 113, значит, этаж. Но по поводу русского американца, значит, на Садовой также русский американец, их проезжали на машине по Садовой улице, доехали до Сенной и увидели толпу людей вокруг какого-то там прилавка. Американец спрашивает, что это такое? Ну, сейчас посмотрю. Вышел русский, посмотрел, вернулся, говорит, а это яблоки выбросили. Американец, значит, да, я посмотрел, это очень интересно. Пошел, посмотрел, вернулся, говорит, да, ты прав, у нас тоже такие выбрасывают. Ну вот. Лаврентий Павлович, кто из петербургских зодчих вам ближе всего по духу? Монферран? Кваренги? Растрелли? Папа, а кто такой Сталин? Наш гость, наш вождь. А я думал, вожди только у дикарей бывают. Помните, на Невском проспекте магазин «Мечта» кондитерский, где можно было всегда купить, простояв в дикой очереди, коробку конфет или там дефицитные какие-нибудь шоколадные конфеты. Вот, значит, в связи с изменением постановления Ленгорисполкома, в связи с изменением ситуации, переименовать кондитерский магазин «Мечта» в магазин «Утраченные иллюзии». Это когда наступили окончательные времена, когда даже полки таких магазинов, как «Мечта». Ну вот, очень любопытно, что даже в блокаду существовали анекдоты. И надо сказать, что ну, если говорить о блокаде, о блокадном фольклоре, его очень много, кстати говоря. К сожалению, он плохо собран, но вот он все-таки есть. Вот один из блокадных анекдотов, значит. Значит, два блокадника встречаются. Встречаются два блокадника, и один другого спрашивает, как поживаешь? Ну как поживаю? Как трамвай 11 номер? Поголодаю. И на Волкова. А 11 номер трамвая начинал, это был самый протяженный маршрут в Ленинграде. Он действовал в блокаду. Значит, он начинался на острове Голодай, проходил по Васильевскому острову, по Троицкому мосту, проходил весь Невский проспект, трамвайная линия. С Невского проспекта сняли только в 57 году. Поворачивал на Лиговку 11 номер трамвая и доходил до Волкова кладбища. Вот откуда поголодаю на Волкова. Но самое интересное, что есть другой вариант этого же самого анекдота. Как поживаешь? Как трамвай, как 11 номера? Значит, поголодаю. И на Смоленское. А дело все в том, что 11 номер трамвая в народе назывался это пешком. Это идти пешком. Вот поголодаю и на Смоленское кладбище.
известно приветствие дореволюционное: «Честь имею кланяться». Так вот, после революции это приветствие превратили в аббревиатуру. И, встречаясь друг с другом, недобитые дворяне произносили «честь», «чик», «честь имею кланяться», «ЧК», «чик». Чем отличается анекдот? Чем отличается ЦК от ЧК? ЦК цикает, ЧК чикает. Так вот, чик – это значит вот такое приветствие, «честь имею кланяться». Ну вот, такой анекдот. Приехал Чукча в Петербург. Приехал Чухна в Петербург. Пошел в церковь. Вернулся, его русские спрашивают: понравилось? Понравилось. Только ничего не понял. А что ты не понял? Ну смотри сам. Выходит поп и кричит: Крестовский остров. А ему толпа хором отвечает: Васильевский остров. В Крестовском острове Васильевский, Христос воскрес, воистину воскрес. Но известно, теперь известно, национальность Ленина, в крови которого смешалось вот такой коктейль, взрывной коктейль. Там много очень национальностей. По этому поводу говорят, даже Шагинян Мария-то пострадала, когда она решила написать роман о Ленине, и пошла в публичную библиотеку и раскопала, что в крови Ленина есть капля еврейской крови. Все пришли в ужас. Предлагали, существует на эту тему очень много легенд. Будто бы ей предлагали отдельную квартиру, предлагали машину, только чтобы она забыла об этом и не вспоминала как смертный грех. Вот по этому поводу в Петербурге есть анекдот. Встречается на том свете Карл Маркс и Ленин. А вы какой национальности, Владимир Ильич? Я русский. Да-да, Владимир Ильич, я немецкий. Ну, известно, борьба с коммунальными квартирами, где можно встретить коренного петербуржца. В бане и в коммунальной квартире. Выступает Ленин на митинге на Дворцовой площади. Революция свершилась. Теперь вы будете, товарищи, работать 5 дней в неделю. Дворцовая площадь разразилась криками «Ура!». Пройдет время, товарищи, и вы будете работать 4 дня в неделю. Еще громче «Ура!». Но мы доживем до того, когда вы будете работать 2 дня в неделю, дорогие товарищи. И безостановочный рев «Ура! Ура! Ура!». Ленин поворачивается к Дзержинскому. Я же говорил вам, Феликс Эдмундович, работать они не будут. Каковы итоги революции? Дров наломали, а топить нечем. Вот. Ну, из анекдотов о 1937 году. Ворошилов встречается с Будённым. Семён, как ты думаешь, почему всех берут, а нас не берут? Это хлеб нас не касается. Берут только умных. Ну вот и время уже истекает, мне уже кивают, и хочется запомнить анекдотом из «Сонника». Если вам снится шалаш, а перед ним пень, на котором сидит лысый человек и что-то пишет,
быть беде. Про Путина в другой раз. Про Путина в другой раз. Вторая серия. Путин, ну, мне бы не хотелось. Дело в том, что, ну, давайте я расскажу, конечно, могу рассказать о Путине, в другой раз. Я специально подготовлюсь. Но дело в том, что Путин ведь, надо было из сотен анекдотов о Путине, надо выбрать те, которые имеют прямое отношение к Петербургу. Прямое отношение к Петербургу. Иначе теряется смысл вот того, чем я занимаюсь. А я занимаюсь фольклором, который отмечен метами петербургскими. Там мета географическая, топонимическая, лишь бы это был не фольклор. Я даже сталкиваюсь с такими ситуациями, когда начинает теряться вот анекдот, с которым я начал рассказывать о летом в вашем Петербурге. Бывает? Значит, да, в прошлом году было, но я в тот день работал. И вдруг вот этот петербургский анекдот, я могу поклясться. Он родился здесь, в Петербурге, он связан с нашими особенностями климатическими. И нигде в другом месте он не может появиться, потому что в Петербурге, я всегда повторяю, мало кто знает, что летних дней солнечных, не летних, солнечных дней в Петербурге в среднем всего 31. Переведите это на месяц, это всего 3 дня в месяц, 3 дня, и то это выпадает на зимний период, и вот в основном это зимой и чуть-чуть летом. И вдруг я слышу тот же анекдот, который рассказывают там, по-моему, екатеринбуржцы, рассказывают о себе. Ну, когда анекдот может трансформироваться, значит, и стать универсальным, он теряет смысл как петербургский. Ну, тем не менее, я настаиваю, что он петербургский. Да. Угу.